Тебя направят куда-нибудь далеко. Ты уедешь? Я бы хотела. А ты? Я бы тоже хотела, но не знаю. Семья не разрешит мне преподавать в другом городе. А мои разрешают. Конечно, человек хочет жить в большом городе. А я в селе преподавала. Кто это? Потом поговорим. Конечно. До встречи. Я тебе нужен? Нет, дядя. Ладно, тогда я пойду на фабрику. Удачи в делах. Это и есть то место, где ты учишься? Хорошо. Садись в машину, прокатимся. Госпожа Чичек. Садись. Куда мы поедем? Я позвоню Надье. Я сам. Алло, Надья, милая. Первые отчеты о фабрике в Ване в твоем кабинете? Госпожа Чичек. Ничего, Исмаил, все в порядке. Госпожа Чичек, наша машина здесь. Не вмешивайся. Алло, господин Саваш. Слушаю, Исмаил.